Претензий нет, но не задерживайте нас, пожалуйста. Ты кто такая есть? Ирине Скопцевой 25. Она работает в музейном архиве, разбирает пыльные папки и мечтает все изменить. В конце концов, решается. На актерский поступает с первой попытки. Я полюбила Мавра, чтобы везде быть вместе с ним. Мой жребий посвящен его судьбе. В 28 скромная работница архива уже мисс Шарм Каннского фестиваля. Невеста Сергея Бондарчука. Они познакомились на съемках «Отелло». Сначала я задушил ее, а потом женился, шутил Бондарчук. Поздравляем вас. И вас также. Совет вам да любовь. Она часто уезжала с Бондарчуком на съемки. Школьные задачки детям решала по телефону. Жертвы гениальности своего мужа вздыхали подруги. Скопцева подобные разговоры пресекала. Хотя много лет спустя призналась, все-таки чуть-чуть обидно ей было, что единственная большая роль, которую предложил Бондарчук, холодная Элен Безухова в «Войне и мире». Надо же наконец понять и дать себе отчет, кто она. Нет, она не глупа. Нет, она прекрасна. Режиссеры заметили в красавице Скопцевой еще и комедийный дар. Так появилась предприимчивая Лидия Сергеевна в «Зигзаге удачи» и сварливая миссис Ларк в «Мэри Поппинс. До свидания». Как вы могли так уйти совсем один и без пальто? Я вами очень недовольна. Вы не жалеете меня.